что необычное точно. Это первый раз такое вижу. Привет. Че, самолет летит, а это ты видишь, каких сколько много? Дима сказал, чтобы ты видео снимал. Потому что наши самолеты отбегают. Так вот сейчас оно, понимаешь, вот когда оно, тот раз перед тем, как оно запряталось, еще вот такое вот подплыло к нему, потом спряталось. Теперь вот это когда падало, оно, знаешь, как звезд, ну как вот метеорит летит. Что, прям... типа падало на землю? Ну оно как бы так, да, вот медленно, медленно. О, смотри, летит вон. А, вот еще что-то приближается к нему, да? Вот это вот летит уже третье. И они что, собираются в кучку, типа? Я не знаю. Ну вот третья эта штука, третий раз вот это слева приближается. Вот, оно что-то... Да, типа в одну кучку убило. Да. Видел, даже вспышка как была? Да. Теперь смотри, вот одно падает. Поменяй. Да. Ты видео снимаешь? Да. А ты близко можешь снять? Да, я максимально приблизил, у меня больше нету. Поменяли там какую-то траекторию или что, я вообще не понимаю, что это может быть. Но вот это уже второй раз оно вот вниз спускается. В принципе, как бы, да, даже на военные самолеты даже не похоже. Саш, ну... Во-первых, нету такого... Не, ну, как бы много огоньков. А что, военный самолет может зависнуть, Миш? Зависнуть. Что-то не похоже. Нет, хотя, в принципе, современные могут. Да ну, Саша. Я видел. Да? Якобы в Москве там их новые самолеты, они просто так над землей стрелой так становились, зависали. Блин, вот такое излучение просто, да, такой яркий свет они тоже давать не могут.